Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Значит, доканчиваем вчерашний опыт. Это вы видели, что от двух батареек, то есть питание идет между плюсами. Вот эта батарейка и вот эта. Между плюсами идет питание. Видите? Как проработала система? Работа очень интересная, ребята. Значит, что? Она время от времени заряжается. Вот сейчас она заряжается, видите? Видите, заряжается. Заряжается до определенной точки, потом чуть подсядет. Потом опять заряжается. Вот такая система получилась. Вот сейчас, видите, лампочка эта горит, а заряд идет. 3.51. 3.52. 52. То есть идет заряд батареи. Вот она дойдет до определенного, я не помню, до 4, по-моему. Потом пойдет вниз, дойдет до 3.30, потом опять вверх. Вот такая система получилась. Да, продолжать опыты. То есть система та же, что вчера показывал, значит, в обед. Вот она с обеда уже работает. Все так же. Сейчас тут идет заряд опять вверх. То есть можно применять. Сейчас систему покажу. Вот она, ребята. Даже да, можно заново начертить. Подождите, у меня где-то есть. Вот она на проверке, видите, было на проверке. Вот она работает на разнице. То есть соединено между не плюс и минус на лампу, а два плюса. Значит, что получилось? Когда это я, значит, заснял, сейчас скажу. Свойства, вот. 21 апреля. То есть вчера. Так. Вчера это, значит, поставил. И вот она, значит, сейчас что? Работает так. Батарейка заряжается, лампа горит. Потом начинает, значит, разряжаться. Доходит до 3.30. Вот тут здесь. Сейчас, видите, уже 3.61. Сейчас будет заряжаться. Доходит до 3.30. Потом, после вот этой зарядки, она пойдет вниз. И до 3.30 дойдет и опять вверх. И так бесконечно. Вот такая система получилась. То есть можно в дальнейшем применять. На разных вариантах. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья.